Ребят, всем привет, с вами Алекс. Сегодня я вам покажу, где скачать чит на самп. Поехали. Итак, как всегда, переходите по ссылке в описании, скачивайте, там будет вот такая вот папочка. Вот, получается, я ее назвал чит на самп. Скачивайте ее с Яндекса Диска. Я никуда ее не буду закидывать, например, там на скачать.нет, потом что там. Ну, короче, вот эти сервера, там типа берешь, нажимаешь скачать. Потом качается какая-то программа, там выбираешь, убираешь галочки, потом качается торрент, потом качаешь торрент. И с торрента уже качается тогда папка. Я так не буду вот специально там заеживать, так скажем, да. Я просто сразу папку кину на Яндекс.Диске и все, отлично. Когда вы перейдете в папку, здесь вот у вас будет три файла. Вы берете ее, просто кидаете в GTA. Вот. Как видишь, вот у меня здесь самп есть. Вот, берешь его, просто кидаешь вот эти вот все три файла. Я беру, копирую их. Вот. Как видишь, я уже сюда кидал. Просто нажимаю выполнить это действие для всех текущих объектов. Нажимаю да. И перемещу замены. То есть копирую. Отлично. Все. Мы сделали. Теперь остается просто зайти в самп. Давай сейчас зайду. Сделаю игровой режим. Отлично. Все, захожу. Итак, отлично. Мы зашли на сервер. Получается абсолютно любой, который мы хотим зайти. У вас, наверное, будет... Вот вообще ничего не видно. Понятно. Застряла. Вот все. Отлично. Короче, у вас ничего не будет не видно, никаких панелек. Итак, чтобы активировать все панельки, нажимаю сначала F12, а потом F11. И вот такая у нас потом вылезает меню панели, как я не знаю. И здесь выбирайте абсолютно все любое, что душе угодно. Смотрите, чтобы вас не забанили. Еще раз повторюсь, F12 и F11. Все, здесь абсолютно любое, что хотите, то выбирайте. Здесь можно телепортироваться куда хотите. Также скажу, на серверах, как, администрация или как ставить, типа, шаг, там, типа, один и все. Типа, если ты там сделал, например, тысячный шаг, то тебя выкидывают из сервера. Вот, допустим, сейчас телепортируемся. Ну, скажу, нормально все отреагировал, сервер меня не закрыл, соединение ничего не закрыло. Как видите, телепорт работает. Также есть настройки есть. Оружие, не знаю, почему-то не работает. То ли я не умею пользоваться, то ли что, я не знаю. Ну, не суть, короче. Также здесь есть неуязвимость. Это восстановление здоровья, восстановление брони. Как видишь, у меня броня вот справа наверху появилась. Вот эта вот белая полосочка. Также можно телепорт. Но это метка, получается. Должна, по-моему, вот так работать. Нет. Это значит вот это хрень, короче, вот, ладно, пофиг. Также вот что здесь, ну, много чего есть. Также можно слежка за игроком, например, но это поблизости только получается. Информация об игроке, как видишь, он. Ну, в принципе, все. Здесь он по-русски написано, расписано, сам разберешься, сам поиграешь. Ну, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.